Ну что ж, приветствую всех вас. Доброго времени суток, мои любимые и уважаемые подписчики, неравнодушные гости, верные друзья и просто граждане нашей великой, но и в то же время многострадальной страны, матушки России. И, к сожалению, последние события показывают, что, да, действительно, страна очень такая многострадальная. С вами я, общественный деятель, блогер Юриэль. Канал мой «Принц Юриэль» называется. Ну, а сегодня я бы хотел, ну, поговорить о трагическом событии, которое произошло буквально совсем недавно. А именно в Нижнем Новгороде мужчина застрелил свою бывшую супругу. Почему же я все-таки выбрал данную тему в качестве темы, достойной обсуждения? Ну, потому что, знаете, на самом деле эта тема, она такая очень злободневная. Уже не первый случай, как такое происходит. Вот, убийство на бытовом уровне, убийство там супруга или супруги на почве именно развода. Вы знаете, мужчина, он был женат на женщине, с которой развелся, ну или она с ним развелась, опять же, неизвестно там, по чьей инициативе был развод, может, и она развелась с ним. В общем, она с ним развелась где-то 10 лет назад, может быть, более. И, как вы понимаете, ну, такая классика жанра. Развод, суд, дележка имущества, алименты. Ну, как вы думаете, на кого пишут обычно алименты? Ну, на мужей, на тех, кто, в общем-то, отцы детей. Вы знаете, с одной стороны, конечно, справедливо, если, допустим, муж гуляющий, да, если он там, ну, если изменяет своей супруге, если он, ну, действительно, вот такой вот изменник, гуляка, даже никакой заботы от него не исходило. Конечно, справедливо, чтобы он платил алименты и, как говорится, ну, содержал ребенка. Но, к сожалению, вы знаете, сейчас, как показывает практика, очень часто и, к сожалению, вторые половинки очень много тоже непорядочны, да, то есть вот, тоже гуляют, а некоторые даже зарабатывают на разводах. То есть разводятся со своим супругом специально, чтобы от него отнять имущество. Даже если супруг был вообще всегда подарки дарил, всегда такой, ну, знаете. Ну вот, вот, к сожалению, такие бывают. В общем, данная трагедия, вот данная ситуация, она была как раз-таки из этих. В общем, мужчина был примерный семьянин, всегда выручал ребенка, там, жену свою содержал. Но потом что-то произошло, и они развелись. Ну, скорее всего, она подала развод. Я все-таки верю его матери, его маме. Ну и как обычно это происходит? Поделили имущество, то есть, скорее всего, квартиру он заработал сам, то есть упорно трудился, не знаю там. Но, во всяком случае, вы знаете, что по закону 1/2 в случае развода вторая сторона претендует на половину, ну, 50%, то есть. Но представьте, да, вы заработали, ну, к примеру, 2 миллиона рублей упорным трудом. Зарплата у вас там 30 тысяч, хотя я не знаю, как можно, за сколько лет нужно заработать такие, в общем-то, огромные деньги, при том, что зарплата такая мизерная. 30 тысяч рублей в месяц – это смешно в наше время. Но
как вы понимаете, что даже если ты сам все вкладывал, а вторая сторона не принимала участия, не зарабатывала, ни копейки не вложила в это, так сказать, в недвижимость, то есть ничего не сделала для того, чтобы хоть как-то вы, вам облегчить, так скажем, достижение этой цели купить квартиру, все равно при разводе вот эта вот часть, она принадлежит второму супругу. Даже если она там гуляла, даже если она вам рога наставляла, изменяла, все равно одна вторая будет принадлежать ей. И вот это, конечно, неправильно с точки зрения, ну, морали, с точки зрения, наверное, общечеловеческой, с точки зрения справедливости. Но, к сожалению, такие законы. И вот такая же ситуация произошла вот с тем мужчиной, Андрей Горевой его зовут, который пошел на убийство. Вы знаете, дорогие друзья, я ни в коем случае не оправдываю этого молодого человека, ну, мужчину там, не знаю, сколько ему там лет, но это, в принципе, не столь важно, наверное. Может быть, и молодой. Но основная-то суть в чем? То, что у нас государство устроено таким образом, что институт семьи давно уже разрушен. Он разрушен был еще, знаете, в 90-е годы. Ну, как бы уже, в принципе, там был в таком руинированном состоянии. В 2000-х годах, ну, понятное дело, ну, сейчас еще хуже стало. Понимаете, сейчас вообще просто триллер можно снимать даже в России. Вот по вот этим всем событиям. И, знаете, любой, допустим, вот если бы Станиславский был бы жив, он бы сказал: верю. Просто реально сейчас невыносимо. Сейчас опасно вообще вступать в брак. Вот. И, знаете, в данном случае я не хочу его оправдывать. Я считаю, что убийство есть убийство. Нельзя отнимать жизнь у другого человека. Это тяжкий грех, это преступление. Ну, в первую очередь, конечно, это тяжкий грех, потому что все-таки отнимать не имеет права человек другую жизнь. Вот, человек должен полностью выполнить, прожить так жизнь, как он хочет. Ну, я имею в виду, чтобы никто не имеет права покушаться на его жизнь. И он, конечно, сделал неправильно. Но с точки зрения, ну, то, что он просто был доведен до такого состояния, скорее всего, мужчина был, ну, может быть, бедным. Может быть, у него там проблемы с работой появились. Может быть, там он весь в долгах был. Ну, представляете, да? Когда вы заработали на квартиру, вы пахали 10 лет, допустим, а может быть и больше, и какая-нибудь там ваша супруга оттяпала у вас просто так имущество. То есть сама инициировала развод. Ну, там, просто вот, без объяснения причин. Все, захотела и все. И потом раз, оттяпала. Вот, и все. И вы остаетесь в дырявых носках, трусах. И как вы будете там квартиру покупать, это никого не волнует. И вот здесь вот как раз-таки произошла та же самая ситуация, что он просто был доведен до отчаяния. Вот. И я считаю, что здесь просто надо менять вот эту политику государственную, менять семейный кодекс, менять законы, так, чтобы не было вот этих вот, скажем так, перегибов, чтобы все было по справедливости, вот как в мусульманских странах. Если, допустим, мужчина изменил, то, конечно, он платит алименты, платит все, так сказать, как в качестве морального ущерба. Если женщина изменила мужчине, или, допустим, в процессе брака там от чужого родила ребенка, то вот в этом случае
ни на какое имущество она не претендует. Вот я так считаю. Вот так нужно сделать, как вот в Арабских Эмиратах. Потому что только так можно построить справедливое общество. Вот там действительно семейные ценности. А пока у нас вот так вот будет, извините, неразбериха, ну, извините меня, вот так подобные ситуации, о которых я сейчас говорю, их будет просто уйма. Нельзя такое допускать, чтобы человека доводить до белого коленя. Еще раз говорю, я не оправдываю вот этого молодого человека, который так вот расправился со своей супругой, бывшей. Потому что вопросы, конечно, нужно решать цивилизованно. А как цивилизованно? Ну, цивилизованно, вон, вот как, в суд пойти, да, вот там пишут в комментариях, что в суд пускай идет, а в суде кто? А судьи кто у нас? Помните Грибоедова? А судьи у нас, ну, ничего не сделают в твою пользу. Ты больше потеряешь, чем, допустим, там будешь по судам идти, ты потратишь свои бабки, свои деньги, здоровье и нервы. И все. Вот, пожалуйста, суд. Так что вот эта вот трагедия, она больше заставляет задуматься вообще о том, наверное, насколько нужно внимательно присматриваться, прежде чем вступать в брак. Ну, я имею в виду к другому человеку. Нужно осторожно к этому подходить. И, ну, полагаться на свою интуицию, я бы так сказал. Потому что, ну, только так вы сможете себя обезопасить. Вообще нужно менять законы. Нужно инициировать изменения законодательства. И только так можно реально чего-то добиться, чтобы вот таких вот ужасов не происходило. Потому что это несправедливо, когда отжимают имущество там, последнее забирают, это вообще ужас. И вот в этом плане, конечно, я не оправдываю этого человека, но тем не менее я считаю, что человек просто был загнан в угол, как загнанный зверь, вот реально. Вот так вот. Такие мои мысли, друзья мои. Ну, можете написать свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Ну, а мы увидимся в следующем видеоролике. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. До встречи.